США помогут Армении восстановить отношения с Турцией и Азербайджаном. Госдепартамент выделит 150 тысяч долларов на укрепление партнерских отношений Вашингтона и Еревана. Средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют развитию взаимодействия двух стран, говорится в гранте. Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями. В Госдепе наивно полагают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединенных Штатов и Армении. Тут хотелось бы уточнения, какие именно общие ценности имеются у этих двух стран. Кроме того, с Арменией, страной-оккупантом, совершившей геноцид в Ходжалы, планируют укреплять безопасность в регионе. Помимо прочего, речь идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана. Про оккупацию и геноцид мы уже упоминали.